Друзья, всем привет! Сегодня на нашем канале мы с вами рассмотрим такой вопрос, как почистить папку WinSX. Это папка, где есть старые копии драйверов, есть ненужные драйвера, которые остаются в системе. Вот. И бывает, эта папка достигает очень больших размеров. Вот. После чего встает вопрос, как ее можно почистить. Итак, давайте посмотрим, где она у нас находится. Эта папка у нас находится на диске C. Заходим в папку Windows и находим WinSX папка. WinSX, вот она, папочка эта. Нажимаем правой кнопкой мыши. Нажимаем свойства. И мы сейчас посмотрим, сколько она весит. У меня сколько весит. Соответственно, у вас она может весить либо больше, либо меньше. Файлов и папок очень-очень много в этой папке. Вот, я сейчас снимаю видеообзор по этой папке, как ее можно почистить. Также у меня есть текстовый обзор и приложение, в описании, точнее, я вам оставлю текстовый обзор, возможно, вам оттуда будет проще очищать данную папку. Ну и все команды, которые я буду вводить сегодня в командной строке, вот, я вам оставлю в описании. Вот, видим, да, сколько, очень много папок, очень много файлов. Ну, в общем, примерно 10 гигов у меня занимает данная папка. Вот, тут еще идут различные подсчеты. Вот. Очищать мы будем данную папку следующим способом. Будем очищать через командную строку. Итак, чтобы запустить командную строку, нажимаем меню «Пуск», командная строка, ну и находим здесь у себя, да? Так, и нажимаем на командную строку правой кнопкой мыши и нажимаем «Запуск от имени администратора». Видим, да, там еще считается у нас тут файл, да, очень-очень большая папка, почистить ее нужно. Ага, ну все, вот, итоговый размер 12,5 гигов. Нажимаем Enter. Соответственно, запускается команда и пошел процесс проверки, то бишь анализ компонент стора. Идет процесс анализа компонентов данной папки. Нужно немножко подождать, пока дойдет до 100%, ну и, соответственно, дальше вводим следующую команду. Все, команда дошла у нас, проанализировалась до 100%, соответственно, сведения хранилища компонентов WinSX, размер хранилища 1334, да, ну, у меня немножко, по ходу дела, хотя нет, все правильно показано, фактически размер хранилища компонентов 1258, совместно с Windows 6.99, резервные копии, отключенные компоненты, вот видите, отключенные компоненты 5.58 совместно с резервными копиями. Вот нам нужно отключенные компоненты, в принципе, удалить. Вот, то есть мы с вами можем удалить порядка 5 гигов. Ну, я вот на своем компьютере смогу удалить. На вашем компьютере у вас, соответственно, будет своя какая-то здесь вот цифра. Вот, и эту цифру вы также сможете очистить. Дата последней очистки 26 апреля. Ну, это, по ходу дела, запускается определенный скрипт, который периодически чистит папку, но чистит... Может быть, кэш какой-то или временный файл, да, потому что, видите, у меня их нету. Рекомендуется очистка хранилища компонентов? Нет. Но мы все равно с вами попробуем очистить ненужные файлы хотя бы. Запускаем следующую команду. Нажимаем также Enter. Опять видим также версию образа. Ну и, соответственно, вот здесь вот также нужно будет немножко подождать, чтобы прошла очистка стартовых компонентов. Все, операция успешно завершена. Давайте после этой операции посмотрим, насколько уменьшился объем данной папки. Правой кнопкой мыши, свойства. Сейчас он должен побыстрее посчитать. Уже 5.75. Либо давайте вот здесь вот эту команду наберем. Анализ компонент, да?
Хотя нет, набирать ничего не будем, уже 861, то есть уже мы с вами 4 гига, да? 4 гига мы с вами освободили только одной командой. А на сегодня все, с вами был Алексей про IT. Подписывайтесь на наш канал, освобождайте ненужное место на своем жестком диске. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на нашем канале. Всем удачи, всем пока-пока.